Здравствуйте, дорогие! Надежда Рузываева и прогноз погоды на 31 мая. По республике ночью антициклон. Тихо и малооблачно. Утром местами туман. Днем по юго-западу и южному Прибайкалью короткие грозовые дожди с порывистым ветром. По остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер днем западный до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 1, плюс 6, местами до минус 4. Днем плюс 16, плюс 22. По центральным районам ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 17, плюс 22. По южным районам ночью минус 2, плюс 4, днем плюс 19, плюс 24. Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3. В пригороде от 0 до минус 2. Заморозки. Заморозки, господа садоводы, заморозки. Днем максимальная плюс 20, плюс 22. Атмосферное давление будет падать до 709 миллиметров ртутного столба. 31 мая. Очень важная дата. В 1942 году состоялся футбольный матч в блокадном Ленинграде. Да, тем самым жители Ленинграда хотели показать, что они живы и в них есть силы. Потому что немцы считали этот город мертвецов. И там просто воняет, потому что там все мертвы. Но люди сыграли два тайма по 30 минут. Они даже не садились на траву, потому что были ослабленные, голодные и боялись, просто если сядут, то не встанут. Когда матч закончился, они шли друг к другу, держа под руки, чтобы просто не упасть. Вот это сила духа. Во время матча их бомбили, но они выстояли, как и вся наша страна. Май это помнит, мы это помним. И надеюсь, никогда этого больше не повторится. Всего доброго, друзья. До свидания. We'll be right back.